Сделал безупречную карьеру национал-социалистической партии Германии. Гейзенберг рассказал, что разработка атомной бомбы. Идет полным ходом. Бороходом. Более того, Карман Болет приглашал Бора на ча-ча-ча-ча. Согласно Гитлеру, всякий раз, когда вы проецируете буквально нацистское время, буквально космическое, вы говорите о гравитации или о геометрии, вы также говорите о нацистах и о времени. Нацисты смотрели на тебя, как на говно, дающее им бесплатного чая. Ученому показали схему дисковидного аппарата. Якобы рисунок был получен мимом ВКонтакте от тяны созвездия анального кольца. От изобретателя требовалось только создать анализ специально для гуляющих на вибейских тян на основе Doom 3. Ганс Жмин, якоричную парапетель. Так Виктор Шаургер начал работать в рамках секретных программ СССР. Шаубергер, как известно, был сучкой, он родился в камере сгорания ветровой пушки. В том году и просто украл. Ну, я взял. Нет. Шаубергер. Ну, папа! Мам, мало кто знает, что доктор Снэн, возможно, создатель первого в мире мимического оружия. Он разработал установку под кодовым названием «Ветрова» в камере сгорания ветровой пушки Люфтваффе. Применительно, скажем, к таким достижениям, как создание трактайных решеток, трактайных картошек. В том количестве, чтобы победить армию, которая нацистов. Самолет, блять, в хох. Построенный по схеме полету. Несколько по дис на солнце. Немцы типа раз, мы далеко не совершенны. Американцы любили тогда все красить. Самолет неровно летящие в силу того, что система управления был, ну, камуфляжная краска, параша, мицершипа, диск. Вот ебану, блядь, ты только что хотел. Ники, диск. Отсидев 10 лет в немецких лагерях, доктору не удалось бежать для того, чтобы попасть в руки Красной Армии. Для того, чтобы отсидеть 900 лет в советских лагерях.